8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yeah.
кажется, это болотник Шурика. Это ручей, это будет трасса B3 Pro, вот им будет здесь весело. Для B1, B2 трасса ходовая, горки маленькие, никакой сложности особо не делаю. Шурик еще даже круга не проехал, уже прошло, наверное, минут 45, если не больше. Саша, я не могу тебе помочь. Ой, бля! Смотри, ты стоишь, перестань заднее колесо. Колесо перестань, чтобы зацепило. Саша, я забрал крыло. Хвосточки. Кто-то сделал, походу, курву. А пока у нас снова образовалась ключевица. Все, по максимуму откатись. Ha ha ha!
жопу возьми и затяни сам. А уже можно по крышку, кстати, можешь проехать. Серьезно? Давай, давай. Ага. Косае! Косае! В обочине. Прилет на Воровского, поспал, поехал дальше. Ну а поднимается. Тормозов нету сзади. Каких? Это у тебя там на горке валяется твой болотник и это? Я так и подумал. Ну как, хорошо? Полный пиздец. Я не доеду. Доедешь? Руль согнул. Это китайский руль, ты нормально обратно выгнется, в другую сторону упади. А ты поехал? Не, мне стартер накрылся. А их пригласил. Саша сошел, проехал только один круг. Это заняло у него один час. Ну и все. Без болотника, без защиты пера и без чего? Без заднего тормоза. Сразу на старте, когда лапку погнул, и все. Чего ты так не переезжал? Это Севастьков, который первое место занял. Он без гитары.
понял, а ты... Здесь не слабился, главное. Переднее колесо зашло. А что ты, он на бете? Вот, я такую вот хочу. Настолько мелкие частей, что... Это вот молодежь. 250. Чуть дешевле. На ней проще. А КТМ. На ней проще, на легче. Приехала, давай, вперед! Тоже можно. И еще разок. У нее маленькие, хорошо. Трехсотка. Еще 45 минут.
Привет! Это пиздец. Это было пить. Ну ты первее едешь, Андрея. Привет, привет. 45 минут. Да. Жалуются, почему у них не получилось. Сошлись. Нашлись. Один целый даже. То, что там цепь у него, а второй не целый. О, да.